В тропическом лесу иногда можно наблюдать одно замечательное явление. Представьте себе, вы идете, уже стемнело, вокруг вас плюс 30, на небе не облачко. Вдруг вы неожиданно слышите шум дождя, шелест, который, в общем-то, сравним либо с небольшим дождиком, а иногда и с настоящим ливнем. Как вы думаете, что это такое? Это на самом деле термиты. Здесь, в парке Катиен, обитают некоторые термиты, которым очень своеобразно оповещают своих товарищей о том, что к ним кто-то подходит. Термиты-солдаты начинают стучаться головами о листья или какой-то другой субстрат. И возникает ощущение, что начался дождь. Давайте попробуем продемонстрировать этот эффект. Надо нам немножко пошуметь. К сожалению, у нас ничего не получилось. Попробуем еще раз. Ну, эти термиты неохотно шумят, но тем не менее, наверняка вы слышали этот треск. Представьте, это небольшой пятачок совсем. Представьте, когда вокруг так начинают трещать джунгли. Ну, точно, ощущение, как будто начался дождь.